Всем доброе утро. У нас опять сегодня ветрено. Как заколебал этот ветер. Холодно. Катаются два ангелочка. Димочка, покажи свое личико. Все? Здрасте. Отдыхают. Блин, у тебя ноги голые, Тань. У тебя не холодно? Нет. Удобно? Классно? Да. Еще недавно это на речку. Ага. Как красивенько. Вот так нет. А вот так красиво. Димка. Ты, Зобчик. Не закройте меня. Вчера хохотал полночи. Во сколько он? В 12 лег. Это ужас. И смеялся, и что он только не делал. И вот смеется просто без причины. Все пытаются сдерживаться. Ну как, у всех получается, кроме Тани. Таня, я не могу уже, Дима. Я вот так вот сижу, я не могу уже. Дима смеется, мне смешно. А он еще себе рот закрывает. И получается, он ржет, и вот так. Короче, весело было. Оказывается, он хотел пижамную вечеринку. Да, он хотел пижамную вечеринку, и утром мне все утро рассказывал, какая я плохая, и не дала ему провести пижамную вечеринку. Никому не давала веселиться. Угу. Ой, у меня аж руки дрожат на улице, такая холодина. Что там делать вечеринку? Расскажу мою сказку. Да? Да. Он вчера такие сказки рассказывал, у меня даже есть идея. Вот он как-то до этого не рассказывал, я хочу, чтобы он... еще какую-то сказку придумал, записать ее на диктофон, ну и потом, когда будет время, напечатать ее. Если у него будет много историй, то почему бы ему не выпустить книгу? Ну, не то чтобы там продавать, но просто вот я ее напечатаю и прямо ему сделать книгу его историй. Мне кажется, это интересно. А чё нет? Ну вот он сам будет писать свои истории, можно придумать, или он сам нарисует иллюстрации. Ну, конечно, да, эта книжка будет стоить дорого, ну, чтобы ее напечатать. Но это будет книга, это, блин, какая память. Автор книги, ну, Дима. Ну, понятно, что как бы не на продажу. Хотя, фиг его знает, может, у него что-то интересное прям. Хотя у него вчера очень интересное было. Прям такие сюжеты, слова, вселенная. Не, я слушала, смеялась вообще. И вот он очень много слов знает, мне нравится, что он... Пусть и не читает, но можно сказать, что он начитанный ребенок, потому что он все слова запоминает, и у него очень много таких синонимов, там, гиперболы, и вообще, молодец, короче. А я сейчас буду начинать клеить обойки. Наверное, все-таки втыкну где-то телефон, поставлю на таймлапс и немножечко поснимаю, получится или нет, посмотрим. Но если вы увидите видео с поклейкой обоев, значит, все у меня получилось. Если нет, значит... Ничего не получилось. Димона здесь обед. Сейчас покушает и будет ложиться спать. Да, Димка? Угу. Вместе с Танюхой смотрят мультики. Уже... Клубничка. И вот, кстати, вроде такая зелененькая, но она такая сладкая, все равно вкусная. Она здесь с этим... Она здесь еще помытая. Это, короче, сахар. Что такое? И черешенька. Ну, уже много поели, это так. Осталось я чуть-чуть. Я вообще ни разу ничего не ела. Чего? Ты не хочешь. Таня, ну домашняя клубника. Надо, витамины, полезно. Свет появился, кстати. Да, свет появился. Ой, правда, у меня тут на голове кипиш, сейчас я поправлю. Пришел уже мастер, все сделал. Буквально, короче, 15 минут и все готово. Только потратили кучу денег и все. Ну, папа. Дорого это все стоит, потому что это срочный вызов. Но свет уже есть, это хорошо. Потому что скоро потемнеет, а обои еще клеить и клеить. Блин, как бы мне так на голове, что? Может, вечером?
Ну, я их сегодня закончу. А, сегодня закончишь? Да, я сейчас пойду нарежу две полосы. Сейчас быстрее пойдет дело. Сейчас я самое тяжелое такое окно обошла уже. А, сейчас теперь... стенка. Ну, полка и стенка. А, ну, ну, в общем, все нормально. Я пока справляюсь. Да, если Дима будет спать, то как подожди. Я буду клеить, не шумно. Можно папа туда сегодня ходил. Да, вот это да, чтобы никто не шарился. А так я. Я же в прошлый раз так клеила. Ладно, побежала я. Нету времени, надо по-быстренькому все закончить. Кто у Димона ворует пельмени? Это не я. Комната выглядит совершенно по-другому, прям обои мне очень нравятся, такие красивые-красивые, они на ткань очень похожи. В общем, как-то так. Так что, кто молодец? Я молодец. Время уже 5:30, сейчас будем скоро кушать, сейчас пойду в душ схожу, потому что у меня и руки в клею, и голова в клею. Ну, голову, наверное, мыть не буду, может, так чуть-чуть сполосну. Димка уже проснулся. Короче, день прошел продуктивно. Я очень рада. Хотела показать красивый закат, но сегодня его почему-то нету. Не, ну на камере, кстати, очень красиво, чем в жизни. В жизни не так красочно. Сегодня полдня был дождь, поэтому как-то так, тучи все закрыли. У нас наконец-то есть свет. Ну, конечно, он сейчас обеда есть, но... Это так классно, тут фонарь горит. Еще вот здесь сейчас включим, и будет красотень. У нас на ужин здесь мяско, ну, эти крылышки и бедрышки. Сосисончики жарят, вкусные такие, ну, не полезные, но вкусные. Димка такие любит, Танька любит. Еще Ира сделала типа шаурмы, короче, в лаваш завернула... Яйцо, наверное, плавленый сыр, крабовые палочки. И мы пожарили их на решетке. Димон с ума сходит. Ему тут нравится. Вот прям ему очень нравится. Он тут бегает, прыгает. Правда, Таню достает. Он без Тани жить не может. Как это мило. Тихо. Осторожно, Таня, тапки. Собирай. Ой, как классно. Особенно, когда так весело, классно. А еще смотрите, какой папы орел. Это ему кто-то отдал. Прям вообще... С дерева. Ну, я знаю, такой, такие часто стоят там пенсионеры. Ну, то есть, раньше, короче, было модно. Но он для улицы, ну, скорее всего, будет здесь стоять. Вот здесь вообще его место. Вот здесь он очень классно стоит, красиво. Но убираем сейчас, потому что все жарится, чтобы не коптился, не был черный. И убираем. А потом его обратно туда, и вообще шикарно.